Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить Assassin's Creed 2. Ну что, у нас появились несколько дополнительных заданий. Давайте, наверное, сразу с них и начнем. Вот. Мы как раз рядом с одним. Это у нас что-то там, короче, перегонки, короче. Гонка на перегонки. Вот. Давайте попробуем. У нас такого еще не было, по-моему. А, или нет, мы с братом тогда бегали, короче, на перегонки. Вот. Окей. Короче, получается, вот этот чувак нам хочет дать задание. Вор. Это вор, короче. Я уверен, что эти воры помогут тебе отвлечь внимание стражи и, возможно, будут сражаться на твоей стороне. Поговори с ними, и они назовут тебе свою цену. В эпоху Возрождения воры обычно были бродягами, которые не задерживались на одном месте. Это затрудняло их поимку. В это время черный рынок в Италии процветал. Ограбления и убийства в крупных городах были повседневным влиянием. Человека, осмелившийся выйти на улицу ночью, легко могли ограбить и убить, а труп бросить в ближайшую реку или канал. Наказание и за убийство, и за кражи было очень суровым, а во время следствия часто применялись пытки. Воров заковывали в кандалы, а иногда публично казнили. Чтобы избежать наказания, воры создавали сообщества, члены которых помогали друг другу. Каждый член воровской гильдии был обязан делиться с остальными своими секретами, а это означало, что жизнь каждого вора была в руках его товарищей. Вот такое, короче, про воров у нас тут написано. Интересненько, да? Так, окей. Я могу обогнать любого в этом районе. Говорят, ты лучший. Докажи. Лучший. Ну-ну, лучший. Так, флорентийский спринт. Спорим, что ты не побьешь мой рекорд. Окей. Давай попробуем. Так, пробегите все контрольные точки. Окей, погнали. Наемник. Это нормально, когда во время заданий я, короче, попадаюсь на стражей. Так и должно быть. Так. Давай наверх. Да, получается наверх. Окей. Погнали. А здесь куда? Я не вижу. А, во, вижу. Так, погоди. Я знаю, что время на исходе. Где, куда? Наверх. Сколько контрольных точек? Ох ты, нифига себе. Столько много. Ай, скатился, короче, мы просрали. Мы просрали. Так, погоди, где? О, вижу. А куда? Твою-то мать, а? Твою-то дивизию, а? Нам еще 4 контрольные точки, мы не успеваем нифига. А, еще и чуть не упал. Понятно. Десинхронизация. Просрали. Ну ладно. Как всегда, первый, блин, комом, короче, да? Отметки пробегов. Пробегите все контрольные точки. Побежали. Как там? В детском садике. Побежали. Наемник. Какой наемник? Простой дворняга. А не наемник. Так. Давай. Отлично. Так, с этим справились. Куда? Надо, короче, чтобы четко проходить, надо знать, короче, маршрут. И тогда все будет четко. Так, отлично. Так. Опа.
Вот здесь вот, вот сейчас получилось, да? Вот так вот четко спуститься. Отлично, отлично. Куда теперь? Так, погоди. А куда? Внизу, что ли? Вон она точка. Спускайся. Спускайся давай. Отлично. Все, пройдено. Четко. Отлично. Флорентийский спринт у нас пройден. И мы, короче, получили за это какую-то денежку. Так, окей. Давай взглянем, что у нас дальше. Так. Спринтов у нас больше не открыто. Давай. Что вот это? А, страница кодекса. Страница какого-то кодекса. Это, вот этого у нас, по-моему, еще не было. Давайте попробуем. Качественные товары за разумные деньги. Подойдите и убедитесь сами. Я верю тебе, чувак. Да куда ты прыгнул-то, ну? Хорошо, что дерево еще здесь. Вот забавность. Кусты смягчили удар. Ладно. Так, здесь у нас враги. Твою мать. Один чужак. Он Куда он делся? Вы не поверите. Куда он делся? Так, отлично, я, по-моему. А, нет! Я думал, от них избавился. Бегом, 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 бегом. Засекли. Опа! Окей, окей, ладно. Ребята, не сегодня. Так, где он? А, смотри, лезет. Все, отлично. Потеряли меня из виду. Но. Мы куда-то убежали от этого кодекса. Так. Где у нас? Стража, по-моему, да, стоит. Так. Кодек. Внутри, что ли? Так, открыть базу данных банки. Так, банки мы уже читали, да, с вами? Так, погоди, может через верх как-то надо пролезть? Потому что там, смотри, дверь, а дверь охраняют эти чувачки. Может, где-то запасной вход есть? Или фигас 2? Кто-то рыбой там барыжит. Да, слезь. Он сумасшедший. Да не сумасшедший, все нормально. Так, лоджия. Отлично. Смотри, что-то новенькое. Лоджия Деи Лансы. Лоджию Деи Лансы построили Бенчи де Чиони и Симоне ди Франческо Таленти между 1376 и 1382 годами. Это сооружение должно было укрывать от непогоды правителей Флоренции в момент принятия ими присяги. В 16 веке Медичи настроили над ней балкон, показав таким образом, кто именно правит Флоренцией. Вот так вот. Так, погоди. Я не знаю, может где-то какой-то потайной вход есть, потому что главный вход, я говорю еще раз повторюсь, что он охраняется. Сейчас, погоди. Отвлекать мы же врагов никак не можем. Здесь-то ничего не... Может как-то открыть? Что-то открывается как-то. Ну, видишь? Видишь?
Эти чуваки меня не пропустят, вот. Хоть ты убейся. Какая муха тебя укусила? Сори, я не специально. Я покажу тебе, как мы терпишь никакого образования. Я не хотел. Извините, пожалуйста. Ладно, я. Так. Спасибо. Спасибо, что пощадили. Так, где тут вход? Где тут вход? Найти бы. Через дымоход, как Санта-Клаус, знаете. Залезть. Ну, не может же быть так, что нам надо, короче, с этими чуваками сражаться. А может они меня пропустят, я не знаю. Сори, давай попробуем. Может нас. Опа, опа. Что ты вообще тут делаешь? Очень забавно. Живешь по соседству? Хренушки нас пропустят. А твоя мамочка знает, где ты? Нет, не знает. На. Привет. Опа. Знаешь, как мы поступаем с бунтовщиками? Мы их. Да на ты получи. Давай. Как вам не стыдно? Буду я еще тут с ними сюсюкаться, короче. На, держи. Видите, когда он откроется? Да фигушки вам. Фигушки. Опа. Видал, да? Этот чувак, смотри. Натренирован. Опа. Нате, натренированный чувак. Все, отлично. Отлично. Так, давайте так взглянем, где тут можно было попасть в дом. Может, через дверь? Или все-таки реально надо было просто им по щам всем надавать? Короче, смотри. Вот какая-то шкатулка. А, получено что-то там. Короче, что-то мы... Какой-то кодекс, что ли, взяли? Короче, что-то взяли. Погоди. База данных. Документы. Может, здесь, да? Да, смотри, страницы кодекса. Прочесть страницу кодекса можно лишь после того, как ее расшифрует Леонардо. Прикинь? Интересно. То, что там написано, мы пока еще не можем с вами узнать. Ладно. Ну, там по-любому что-то, короче, интересное и секретное, потому что не зря охрана охраняла эти кодекс. Так, смотри, короче, у нас осталось начало фрагмента. Давай попробуем. Надо добраться сначала туда. Так. Не знаю, по улицам пробежаться или по крышам. Опыта вроде уже набираемся потихонечку в прыжках по крышам. Давай. Пробежимся, так, наверное, будет быстрее. Можно сказать, сокращенный путь. Так, погоди. Мне теперь не взобраться. О. Так, ну почти пришли. А, это к себе во двор, что ли? Ясно. Ясно, понятно. К себе домой. Так. Ну давай.
Эдсо, входи, сынок. Эти пакеты нужно доставить моим компаньонам в городе. А еще я прошу тебя сходить в голубятню и забрать сообщение для меня. Ва бене. Я все сделаю. Когда закончишь, возвращайся. Нам нужно еще кое-что обсудить. Сынок, постарайся избегать неприятностей. М? Так, окей. У нас снова какая-то доставка, особая доставка. Доставьте два письма и заберите письмо для Джованни из голубятни. Затем вернитесь к Джованни. Окей. Выполните все три поручения. Так, письмо от Джованни. Давай почитаем. Джованни запечатал письмо, мне не следует его открывать. Вот так. Нам даже нельзя прочитать, что там. Окей. Окей. Так. Выполненные поручения. Ну погнали. Смотри. Давай-ка. Сюда отправимся. Потому что я смотрю два письма, наверное. Они вот рядом, да, там. Голубятня. Голубятня. В отдельности находится. Так. Ай. Ну ладно. Ничего бывает. Так, это что у нас? Это у нас голубятня или что это? Ты сынок Джованни? Нет, болван. Случайно этот парень выглядит точно как он. Давай сюда. Не волнуйся, парень. Мы не заразные. По крайней мере, я. Так, понятно. Одно письмо, значит, выполнено. Окей. И одно письмо доставили. Давай отправимся в следующее. Я-то думал, там голубятня. А тут вон оно что. Свежие пиявки. Кому нужно пустить кровь? Пустить кровь. Так, а голубятня, наверное, вот. Потому что, видишь, наверх надо подниматься. Скорее всего. Хотя... Сюда, я здесь. О, где? Кто со мной разговаривает? Ты где? А, во. У меня пакет от... Джованни Аудиторе? Да. За тобой следили? Нет. Зачем кому-то следить за мной? Дай мне пакет. Они выезжают ночью. Пусть твой отец поступит так же. Кто выезжает? Что происходит? Стой! Вернись! Объясни мне! Ох... Ох уж эти секретики, да? Ох уж эти секретчики. Ладно. Ну... И пойдем в голубятню, короче, куда мы хотели изначально. Индийские болотные пиявки исцеляют почти все болезни. Прикинь, а ты знал, что болотные пиявки исцеляют все болезни? Так. Окей. Вы что-то задумали? Ничего я не задумал. Прекращай тут лезть. Туда, куда тебе не следует. Ты уже задрала. Залазить в мои летсплей. Вот голубятня. Окей. Так, если на экране есть надпись «Альтернативная камера», удерживайте, чтобы включить альтернативную камеру. А зачем мне это? Непонятно. Так, погоди. У меня не двигается. О. Поручение выполнено. Все, отлично. Особая доставка есть. Готово. Так. Что у нас там? Ничего новенького не появилось нигде. В принципе, ничего. Ну, отправляемся снова домой.
Ну как лежать деньги, чтобы найти сундук, покупайте карту торговцев картинами. О, прикинь, да? Карты можно покупать. Это надо будет замутить в дальнейшем. Я думаю, ништяков можно находить, следуя картам. Так. Не в ту сторону. Так. Чувака не сбить, а то уже на меня, наверное, уже косо смотрят. Так. Где тут вход? Во двор. Там ты пердура. Отец? Федерико? Воу. Мистер Рецио, простите, я не нарочно. Что случилось? Где все? Вашего отца и братьев отвели во дворец Синьории. В тюрьму. А моя мать и сестра? Эцио. Клаудия. Да ладно. Все в порядке? Да, но мама... У нее шок. Она сопротивлялась, и они... Здесь небезопасно. Можешь отвезти их куда-нибудь? Да, да, к моей сестре. Хорошо, так и сделай. А я пойду к отцу. Осторожней, мессер Эцио. Стражники искали и вас. Так, узник. Доберитесь до камеры Джованни на вершине дворца Синьории и узнайте, за что его арестовали. Вот это да. Вот это поворот. Лезьте на башню туда, где... Когда вы в розыске, стражники подозревают вас и будут реагировать на ваше присутствие или действия. Вот так вот, да? Смотри, тут еще... Так, обнаружение. Если индикатор желтый, это значит, что стражники расследуют ваши действия. Если он красный, значит, стражники собираются напасть на вас. Это понятно. Но тут даже уровень разыскиваемости есть. Ну ладно. Ну давай мы отправимся в тюрьму к отцу. Вон там, наверное, в башне, да? Сюжет-то набирает обороты, да, набирает обороты. Что-то... Отец что-то замутил, короче, видать. И его за это садили в тюрьму. И не только его, я так понял, еще и братьев, да, брата. Или братьев. Короче, не только отца. Добрые жители Флоренции! Сообщение от Арте Делла Лана! Так, окей. Как там забираться? Убирайся отсюда, Столто! Погоди ты. Убирайся! О, а там что такое? Перо, что ли, какое-то? Убирайся. Я тебе сейчас уберусь. Так, если вы падаете, зажмите, чтобы ухватиться. Понятно. Блин. Запретная зона. Убирайся отсюда, Столто! Он там! За ним! Пошел ты! Интересно, он один там? Бросьте врага в хрупкий объект, и его завалит обломками. Вот так. Короче, понятно. Даже так можно делать. Луиджи! Так, тут что-то вон. Перо. Отлично. Собранный перья. Нифига, 100 штук надо собрать перьев? Офигеть. Ты прикинь. Так, ладно. Нам туда, наверх.
Интересно, перья-то будут на картах показаны? Допустим, наверное, если мы купим у торговцев, короче, карты, наверное, там все будет показано. И кодексы, и перья, наверное. Хотя фиг его знает. Может, перья придется искать и... Так. Слепую. Но если это надо будет слепую искать, то мы, наверное, будем собирать то, что будет попадаться, а... Эджо. Так, на 100%. Отец, что случилось? Они избили меня, но это ничего. Что с матерью и сестрой? Они в безопасности. Их увела Анетта? Да. Постой. Ты знал, что это произойдет? Я думал, что все будет несколько иначе. И не так скоро. О чем ты? Объясни мне. Нет времени. Слушай внимательно. Возвращайся домой. У меня в кабинете есть тайник. Постарайся найти его. В тайнике сундук. Забери из сундука все. Кое-что в нем может показаться тебе странным, однако все это важно. Понял меня? Да. Хорошо. Кроме всего прочего, в сундуке ты найдешь письмо и документы. Бумаги нужно отнести миссеру Уберто. Сегодня утром он был у меня. Гонфаланьер, я помню. Но объясни мне, что происходит? В этом замешаны пацы? В голубятне была записка для тебя. В ней... Иди отсюда. Уходи. Так, окей. Узник пройдено. Так, окей. Так, точка обзора. Орлы указывают на наличие точки обзора. Ладно. Ладно. Короче, нашего отца посадили, да, и... Что-то очень важное у него в сундуке надо найти. Но этим будем заниматься уже в следующей серии, друзья. А эта серия у нас уже подходит к концу. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Обязательно комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.